Приветики, мальчики, вышел официальный анонсный трейлер игры Stray Souls. В этой игре молодой человек унаследовал от своей покойной бабушки дом. И как уверяет разработчик этой игры, молодой человек унаследовал не только дом, но и некоторые мистические тайны и секреты, которые в нем остались. И вот что из этого вышло, давай глянем. Когда моя бабушка умерла, она оставила мне дом. Versus Evil. Это мой дом. Ни аренды, ни ипотеки. Я как будто выиграл в лотерею. Артур Лачевский. Но все изменилось после того, как я встретил Марту. Страшилка. Это не может быть правдой. Это нереально. Ядрить. Что за фигня? Послушай, я понимаю, что это действительно странно, но есть несколько вещей, которые нужно тебе понять. Я кое-что знала о твоей бабушке. И это лучшее, что я могла бы сделать. Твоя бабушка занимала высокое положение в тайном обществе. Марта говорит, что я в опасности, и я должен защищаться, если чокнутые оккультисты придут ко мне. Я не выигрывал никакую лотерею. Я унаследовал кошмарный сон. Ядрить, блин, клюв. Блин, это офигенно. У каждой семьи есть свои секреты. Но не такие, как у меня. Даниэл, нет? Ебу. Бля, вот она криповая. Офигеть, вот эта монстриха в конце реально криповая. У меня аж все сжалось внутри. Прикольный проектик, интересная игра. В целом выглядит неплохо. И замут, в принципе, интересный. Надо будет погонять в этот хоррор. Мне, в принципе, все понравилось из этого анонсного трейлера. Это антивирус был. Лайк, подписка, комментарий можешь написать. Пока-пока и пугай мои бока.